В Федеральной Думе не утихает скандал с лишением мандата Геннадия Гудкова. Без депутатства один из лидеров «Справедливой России» остался из-за обвинений в наличии бизнеса. После этого парламентская оппозиция подняла вопрос об исключении и других потенциальных депутатов-бизнесменов. Сегодня Думская комиссия рассмотрела дела депутатов от ЛДПР и семи представителей «Единой России». Один из них, Василий Толстопятов, был в Ярославле не далее, как на прошлой неделе. Судя по данным, опубликованным лидером «Яблока» Сергеем Митрохиным, Толстопятов владелец долей в нескольких компаниях и собственник нескольких десятков крупных земельных участков. Депутат входит в комитет по федеративному устройству. Его глава прокомментировал городскому телеканалу развернутую в Думе антипредпринимательскую кампанию. Если «Единая Россия» есть такие вопросы, значит, перед этим депутатом будут стоять. Если перед КПРФ, перед КПРФ разницы нет. То есть это не то, что, например, цели какой-то, чей-то цель. Нет, это перед законом должны мы все быть равны. Я считаю это правильно. Депутат должен всегда быть честен и чист. Но я думаю, раз так начали, должны всех. Думская комиссия сегодня решила провести проверки в отношении трех парламентариев. Слушание по делам двух других единороссов перенесли на следующее заседание. Дела еще четверых, в том числе и Толстопятова, решили закрыть за отсутствием оснований.